Так, через минутку будем начинать. Давайте пока подключаемся. Я на прошлом занятии, кто был, кто в записи смотрел, вот этот мячик показывал. Я его использую для того, чтобы на нем лежать на животе. Вот я в прошлый раз показывал массаж живота. Вот. Следующий мячик. Вот он такой. Вот. Я его использую для того, чтобы сидеть за рабочим столом. Вот обратите внимание. Вот можно сидеть и вот такие движения делать. И получается, что у меня позвоночник вынужден быть все время прямым, удерживать свое положение с естественным тут прогибчиком здесь. Вот. Попробуйте. Мячик везде продается. Вот. Размер там нужно подобрать себе. Диаметр. Я сейчас не помню, какой у меня диаметр, но под свой рост. Вот. Также покажу упражнение, парочку. Одно из них это просто вот полежать, прогнуться. Второе, вот для плечевых суставов будет видно. Вот если захватить вот так и положить локти, попробовать. Вот это и хорошее прогибание. И раскрытие вот этой всей зоны. Вот я сейчас на холодные мышцы прямо. Это вот такое. Вот такое раскрытие. Как в Пинче Майорасане. И ну, тут много чего можно делать. Я иногда там что-нибудь вот так делаю. Так, книжку или что-то записываю вот так лежа. И мое любимое, вот последнее сейчас покажу. Мое любимое, это вот такое. Так, сейчас. Надо бы грамм поместиться. Вот, здесь положение лежа. Вот. Так, вверх. Прогиб. Так, сверх. Прогиб. Так, сверх. Ну, фактически, собака головой вверх, собака головой вниз. Ну, и там можно так раскачаться. Вот. Используйте. Хорошо. А мы с вами начинаем занятие. Встаем вверх. Это я продемонстрировал, что можно делать с мячиком большим вот этим. По-моему, диаметр 75 сантиметров, если я не ошибаюсь. Коробки не осталось. Хорошо. Встаем, осознаем позу. 30 секунд медитация стоя. Да, всем доброе утро, кто подключился. И доброго утра, дня, вечера, кто будет в записи смотреть, заниматься. Сегодня энергетизация тела, цигун будет гимнастика. Гимнастика цигун, медитация цигун и небольшой стретчинг йоговский. Ну, а это всегда у меня как пойдет. Мы будем ориентироваться на время. Давайте начинать. Раскрываем ладошки в стороны, лопаточки. Вот такое. Это вдох. Выдох. Вдох. Выдох.
Внимание у нас где? Да. На ощущениях. Давайте ощущения от движения. Да. Динамическая медитация. Телесное осознавание, осознавание тела, осознание позы, осознание мышц, ощущений, выдох. Да. Выдох. Хорошо. Стряхиваем все. То есть нам надо чуть-чуть размяться, чтобы пошла энергия по каналам, а потом комплекс будет состоять из 5 частей. Давайте стряхиваем. Из 5 частей. И каждая часть или в динамике, или в статике будет или раскрывать каналы, прочищать их, такая чистка и раскрытие. И это все связано будет с дыханием и с вытягиванием сухожильно-мышечного нашего комплекса всего. Угу. Давайте немножечко простучим все тело быстренько. Левое плечо. Раз, два, три. Вниз. По внешней вверх за шею. По внутренней вниз. По внешней вверх. По внутренней вниз. По внешней вверх. Раз, два, три. Вот здесь грудную тоже мышцу. Можно ее всю простучать. Это у нас тут канал легких. Можно позвучать. Угу. Вот. Делаю небольшие паузы, чтобы можно было почувствовать, что произошло, как здесь увеличилось и как здесь еще пока не проснулось. Пробуждаем вторую половину. Правое плечо. Раз, два, три. Вниз. Вверх. Вниз. Вверх. Вниз. Вверх. Раз, два, три. Постучали. Под ключицей, по мякоти, по грудной мышце, от грудины буквально. Вот можно звучать. Хорошо. Можете на выдохе произносить какие-то звуки, если там никого не раздуете. Вот эту грудную косточку тоже пальчиками. Вилочковую железу. Угу. Животик. Пока. Левую ручку сверху. Подмышечная пальца. Раз, два, три. Вниз. Бок простучали до бедра. До тазобедренного сустава. Вниз и вверх. Вниз. Вверх. Раз, два, три. Другой стороны. Раз, два, три. Подмышечная пальца. Тазобедренный сустав. Все каналчики здесь. Тут много медианов, они проходят в одном направлении. Раз, два, три. Ну, тут меридиан этот, перикарда, сердце идет от пальчиков. Мы его сейчас активировали. Вот. Гладим животик. Давайте по часовой стрелочке. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 7, 8, 9. Почки. Гладим почки. Вот прямо. Так можно наклониться чуть-чуть. И теперь три раза в область почек. Раз, два, три. Вниз опускаемся. Пальчики вверх. Заведенные суставчики. Раз, два, три. Раз, два, три. Вниз. Вверх. Раз, два, три. Вниз. Вверх. Раз, два, три. Почувствовали. Небольшую паузу сделали. И теперь нам надо чуть больше врата ног открыть. Вот сюда. Паховые складочки. Раз, два, три. По ягодичкам, кулачками. Раз, два, три.
Ягодички. Раз, два, три. Открываем врата ног. Там, где у нас проходят сосуды, вены, нервы, мы это все высвобождаем и спереди, и сзади. Ну, отлично. Вот, почувствуйте ощущения. У меня уже тело все вот такое жужжит. Дальше идем. Пальчики на лоб. Простучали. Лоб, макушка. Затылок. За ушами, над ушами. Виски, брови, лоб. И двигаемся в таком направлении. Простукивая, делая так, чтобы у нас косточки черепа задвигались, задышали, пробудились. Вот очень полезная процедура. Височки, мышцы. Не только косточки, но и мышцы. Вот височная, жевательная. Отпустили нижнюю челюсть. Ага. Хорошо. Вокруг глаз встречали. Под шеей. Шея. Это под подбородком шея. Это грудинно-ключично-сосцевидную мышцу. Хорошо. Ноги ширина таза и скручивание. Традиционные движения. Ежедневные, обязательные, я бы сказал. Обязательные. Особенно при недостаточном движении в течение дня. Ножки вместе. Постучали. Спинку, да? Совмещаем центр головы, центр грудной клетки, центр таза. Ровненько. Приучаем себя к ощущению себя, к ощущению. То есть как только появилась сутулость, компьютерная шея, над тарелкой супа наклонились, над телефоном наклонились, над компьютером наклонились, у нас сжимается вот эта часть вся, сжимается. Мышцы растягиваются сзади, сжимаются спереди. Мы заставляем организм наш функционировать по-другому. Он начинает выживать. Давайте. Комплекс. Начинаем. Ладошки на нижний дантянь. Нижний дантянь. Ладошка ниже пупка, вот здесь центр. Совмещаем сердцевины ладоней. Левая рука у мужчин на теле. Правая сверху. У женщин наоборот. Правая на теле. Женщины начинают с правой руки, мужчины с левой. Лодочку вот такую. Ладошки кверху. Пальчики большие соединены. Исходное положение. Вдох-выдох. Первый комплекс называется, по-моему, Будда вытягивает руки в тысячу сторон или что-то типа этого. Мы будем растягивать руки, ноги, макушку, копчик с каждым вдохом. Вдох – это вытяжение. Выдох – расслабление. Сейчас у нас ножки присогнуты, мягкие, плечи, локти, все мягкое.
На вдохе, давайте вдох. Поднимаем вверх, разворачиваем, толкаем небо. Вытянулись. Небольшая пауза после вдоха. Зацепились за небо, выдох. И небо потащили на себя. Выдохнули до таза. Вдох. Ладошки. Намасте, да? Хорошо. У женщин правая сверху. Шарик. Оп, взяли мячик. Растянули нижний локоть, верхняя рука. Вот так. Вдох. Раскрылись. Выпрямили колени. Локоть в сторону. Выдох. Поменяли руки. Вдох. Вытянулись. Выдох. Руки в горизонт. Вдох. Вытянулись во все стороны. Ноги, руки, голова. Выдох. Отпружинили. Отпружинили ножками. Вдох, руки вперед. И вниз. Вниз, пальцы в пол. Выдох. Ручки в сторону. Вдох. Копчик вниз, макушка вверх. Выдох. Назад прогнулись чуть-чуть. Выдох. Вперед, вдох. Выдох. Ладошки перед тазом, не касаясь. Вот так. Правая возле тела у женщин. Чувствуем, мы протянули вот эти линии каналов, чувствуем, что на ладошках появилось. Чувствуем, что в теле появилось. Хорошо. Исходное положение. Ладошки лодочкой. Вдох. Еще раз так же. Зацепились, выдох. Дыхание. Вдох. Выдох. Правой сверху женщину, вдох. Выдох. Поменяли вдох. Выдох. Стороны вдох. Вытянулись во все стороны. Копчик вниз, макушка вверх. Выдох. Пальцы перед собой вниз. Вытянулись. Расслабились. Вдох. Выдох. Вдох. Назад. Выдох. Вдох. Выдох. Хорошо. Ладошки перед тазом. 3 сантиметра, 2 сантиметра между ладонями. Сердцевины ладони соединены в линию, но не касаются. На энергетическом теле как бы висим, на подушках таких. Чувствуем плотность. Исходное положение. Мягкие колени. И на вдохе все вытягиваем. Вдох. Толкнули небо. Выдох. Зацепились за ним. Прогладили. Вдох. Выдох. Шарик. Левая. У мужчин сверху. Выдох. Правая у женщин. Теперь поменяли. Вдох. Выдох. Обе ручки. Вдох. Выдох. Вытянулись вперед. Выдох. По сторонам. Вдох. Выдох. Назад. Вдох. Выдох. Вперед. Вдох. Выдох.
ладошки перед тазом. В исходное положение. Хорошо. Теперь делаем вот такое колечко, обруч. Локти в стороны. Пальчики не касаются друг друга. И поднимаем над лбом. Вот в лоб направлено. В лоб. Эта часть статичная, медитативная. Расслабили руки, стоим, держим. Сердцевины ладони смотрят в лоб. Как будто бы держимся за сваю такую или дерево. Поза дерева называют. Наблюдаем, что происходит в ладошках, в руках, в голове, в теле. Ослабляем больше тела, руки. Ослабляем. Хорошо, опускаем вниз. Держим внизу. Как будто большой мяч, шар. Сияющий. Светлый. Формируем потоки, вот то, что мы руками, где находимся, формируем там ощущение потоков. Кончики пальцев, ладони, ну, сердцевины ладони, грудная клетка, живот. Дыхание животом, дышим животом все время. Дыхание животом – это наша энергетическая помпа, кроме всего прочего. Хорошо, поднимаем вверх над макушкой. Теперь. Хорошо. Ладони справа, слева. Уши. Как будто вот такие. Две подушки на ушах. Если внимание переходит на мысли, на какие-то вот размышления, уводим его, уводим в ощущение дыхание животом, ощущение в ладонях, в голове. Хорошо, опускаем. Опять, не касаясь ладони, не касаясь ладони и тела, перед нижним центром формируем здесь сгусток. Уплотняем энергию.
Хорошо, исходное положение. Уже следующая, третья часть динамическая. Мы будем ходить по каналам, правый-левый, руками вверх-вниз и такую зачистку делать. Зачистку и раскрытие потоков. Ладошки перед грудью. Правая рука вверх, левая вниз у женщин. И наоборот у мужчин. Поехали. Вдох. Вытянулись опять. Вытяжение. Ноги, руки, макушка. Выдох. Позвоночник. Расслабились. Вдох. Выдох. Выдох. Два вдох. Выдох. Позвоночник не наклоняем, вытягиваем. Вытягиваем вверх. Выдох. Видите, отпружинили. Вытянулись. Отпружинили. Вытянулись. Отпружинили. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Собираем внимание на ладони. На ладони. Вдох. Выдох. Расслабление. Выдох. Вдох. Вытяжение. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Хорошо. Вторую ручку вдох. Теперь две руки зацепились. Выдох. За землю вдох. Выдох. Небо. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вытяжение, расслабление. Вдох. Вытянулись. Макушкой выстрелили вверх. Выдох. Макушка, копчик, руки, ноги. Вытяжение. Зацепились за небо, потянули. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Ладошки перед тазом. И по часовой стрелке 4 больших круга. Раз, два, три, четыре. В исходное положение. Ну, прекрасно. Двигаемся дальше. Уже четвертая часть. На ладошки кладем, вот ощущаем два таких шара с энергией, белых, светлых. И мы этими шариками, как не касаясь тела, как губками, будем сейчас, как мочалочкой такой, будем продвигаться по телу. И представляете, что вот в этой белой, светлой, сияющей энергии все негативное, все напряжение, все ненужное, отработанное как бы исчезает, растворяется. Хорошо. Ладошки перед грудью. Шарики. Положили их на живот и пошли вниз двигаться через пахи, внутреннюю поверхность ног, внешняя, задняя поверхность ног. До почек дошли, сделали, до лопаток дошли, сделали такие полукулачки, вытащили руки вперед, перекрестили
Открыли ладошки. Прогладили. Шарик сделали, локти в стороны. Этот шарик надели на голову. Плечи прогладили. Затылок, макушка, лицо. И второй раз. Два раз. Пошустрее уже. Если сразу не получается движение, пробуем просто его повторить. Три. Ощущения на ладошках, на теле. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Ладошки перед тазом. Правая возле туловища у женщин. Хорошо, сейчас можно глотнуть воды. Глоток воды, чая. И садимся. Садимся. Следующая, пятая, заключительная часть. Сидя. Так. Посерединке. Вот так. На подушечке удобнее сидеть. Значит, у мужчин левая спереди нога, у женщин правая. Хорошо? Все. Сели. Ну, как получается, можно, в принципе, как если в таком положении не сесть, то в любом удобном, в любой удобной позе с прямой спиной, подушки в исходное положение. Правая сверху у женщин. Хорошо. Делаем вдох. Опять вытягиваемся. Выдох. Опускаем вниз. И правая сверху у женщин. Нижняя рука возле колена. Верхняя возле плеча. Вот очень просто. Раскрыли. Закрыли. Поменяли. Раз. Колено, плечо. Раскрыли. Можно не касаясь. Закрыли. Поменяли. Верхнюю ручку открыли. Нижнюю не трогаем. Закрыли. Поменяли. Верхнюю ручку открыли. Закрыли. И ладошки справа-слева. Подвинусь подальше. Ладошки справа-слева. Как будто бы на две таких подушечки опираемся. И начинаем. Можно представить себя сидящим на земле. Прямо вот на... Представьте, вот сижу на земле, для тех, кто в городе, для тех, кто в квартире. И такие потоки сверху мы начинаем руками забирать часть потоков,
через тело пропускать. Руки расслаблены, спина прямая, дыхание животом. Мы фокусируем свое внимание на ощущениях, на ладошках, на позвоночном столбе. Если мыслительные процессы опять отвлекают, то мы старым добрым способом можем их от них уходить. Не надо там с ними бороться, уводя внимание на живот. Как мы это вот на випассане делаем. Ну, собственно, точка, эти объекты для опоры могут быть разные. Вот у нас сейчас ладошки, ощущения на ладонях и вот эта плотность, как будто бы положили ладошки на восходящий поток. Стенка живота у нас всегда фоновое ощущение, дыхание животом. Если тело как какие-то движения делает, вот расслабленное тело, какие-то могут быть закручивания, покачивания, это нормально. Энергия идет, потоки идут. Отмечайте ощущения тепла, покалывания, плотности, все что угодно. Важно расслабляться. Мы всеми, вот, любыми напряжениями мы блокируем потоки. Расслабление позволяет не только крови, лимфе двигаться, но и энергетическим потокам, с которыми имеем дело вот в практиках, в энергопрактиках. Хорошо. Ладошки собираем. Вот такой мячик, правая у женщин сверху. И держим, можно не касаться, вот возле таза, не касаться на ноги, и возле, вот под подбородком. Всю вот эту область мы перекрываем, энергетизируем. Ладонь смотрит на ладонь. Хорошо, опускаем верхнюю руку, поднимаем нижнюю, поменяли. Спинка прямая.
Внимание на ладони. Хорошо, опускаем. Исходное положение, руки вот такой лодочкой. Добавляем улыбку Будды. Наблюдаем за ощущениями, расслабляемся на выдохе. Расслабляемся на вдохе, наполняемся. Давайте по задней поверхности позвоночника вдох проходим вниманием. До макушки, а потом от макушки выдох вниз по передней поверхности в промежность. По задней поверхности из промежности вдох, по передней выдох. Хорошо. Ладошки перед грудью. И давайте, у нас есть чуть-чуть времени. Не сводя, не уводя внимание на какие-то уже заботы, пока еще остаемся внутри себя, вот в этих ощущениях, и в этих ощущениях подвигаемся. Давайте, платочек воды не помешает. Пальчики рук. Сжимаем, разжимаем. Сжимаем, разжимаем. Покрутили. Покрутили. Стряхнули. Головой покрутили. Одну, другую сторону. Стопой покрутили. В одну, в другую сторону. Колено покрутили. Вернее, всей стопой круговые движения. Встряхнули. Теперь пальчиками ног покрутили. В одну сторону. В другую сторону. Стопой. Круговые движения. Ага. Встряхнули. Все встряхнули. И давайте два круга Сурья Намаскара. На этом закончим. Вдох-выдох. Понаблюдайте сейчас, что поменялось. Кто чувствует, что все, не надо больше делать ничего. Вот уже хорошо, уже все вот так вот распирает. На этом можно остановиться, полежать просто чуть-чуть. Кто хочет немножечко еще вытянуться, давайте. Руки через стороны вверх, вдох. Наклон, выдох. Давайте каждый выдох, втягивание живота еще делать. Вдох. Удьяна Банха, выдох. Тянули. Левая шагнули назад. Вдох. Потянулись. Выдох, собака головой вниз. Тянули живот. Колени в пол, вдох. Прогиб. Планка. Выдох.
И после выдоха опустились вниз. Ребрышки поставили вдох. Толкнули лобковой косточкой пол. Ягодицы напрягли. Пальцы в пол, ладошки в пол. Выдох, собака головы вниз. Тянули живот. Левая ножка шагнула вперед. Вдох. Широкий шаг. Потянулись. Все в приятном таком режиме. Выдох. Выдох. То есть максимально делаем себе приятно. Выдох. Вдох, руки через стороны. Наклон, выдох. Правая назад, вдох. Не забываем втягивать живот, я не всегда говорю. Выдох, собака головой вниз, втянули. Колени в пол, вдох. Планка, выдох. Опустились вниз. Ребрышки поставили, руки в стороны, затылком вверх, лобковой косточкой вниз, пальцами ног в пол. Выдох. Собака головой вниз. Правой ногой вперед, вдох. Расправились, выдох, наклон. Руки через стороны вверх, вдох. Выдох. Тянули живот. Вдох. Руки через стороны вверх. Выдох, наклон. Левая нога назад, прямая теперь. Вдох. Ручки. Левая вниз, выдох. Правая вверх. Вдох. Поменяли. Выдох. Вдох. Потянулись вверх. Хорошо. Выдох, планка. Планки, вдох. Опустились на 8 точек. Выдох. Кобра, вдох. Собака головой вниз. Выдох. Тянули живот. Левая нога вверх, вдох. Шаг вперед. Выдох. Ручки через стороны вверх, вдох. Задняя нога прямая. Выдох. Ножки вместе. С круглой спиной вверх, вдох. Выдох. На вторую руку, вдох. На вторую ногу. Выдох. Правая нога назад, вдох. Ручки вверх. Выдох, руки в стороны. Правая вниз, левая вверх. Вдох. Выдох. Поменяли руки. Вдох. Выдох. Хорошо. В планке вдох. Опустились на 8 точек, выдох. Кобра, вдох. Собака головой вниз. Выдох. Тянули живот. Правая нога вверх, вдох. Шаг вперед. Выдох. Руки вверх, вдох. Наклон.
Выдох. Кину рыжок. Вердох. И в исходное положение выдох. Тянули. Опустили руки. Ложимся. Беремся под бедра, вытягиваем позвоночник и укладываем позвонок за позвонком. Три глубоких вдоха, выдоха. Вдох, выдох, отпускаемся. Вдох. Выдох. И все, отпускаем, наблюдаем за ощущениями в теле. Чувствуем ноги, руки, голову, таз, живот, спину, лопатки, грудь, горло, лицо, сердцевины ладоней, сердцевины стоп, язык. Все тело целиком чувствуем. Чувствуем все тело целиком. Почувствуйте, насколько приятно вот эти испытывать ощущения расслабленного тела. Появляется ли радостное состояние? Попробуйте добавить акцент на приятных ощущениях и на радости от телесных вот этих переживаний, от покоя, от ровности, такой уравновешенности. Хорошо, делаем глубокий вдох. Длинный выдох, пальчиками шевелим, руками вытягиваемся, ногами вытягиваемся, потянулись вверх, вперед. И или другим способом, или садимся. Вытягивай себя за пальчики. Каждый раз принимая новую позу, и в течение дня тоже осознавайте эту позу, где есть ощущение опоры, где есть ощущение верха и легкости. Легкий верх, тяжелый низ. Какая бы поза ни была, вот руки, например, оп, стекает, да, то есть я их не держу. Позвоночник ровненько, по позвоночнику двигается там ровно вверх, вниз, все движения по центральному каналу. Как только у нас он искривляется, то энергии приходится там как-то искать пути, ну и в том числе и нервным импульсом, и всем жидкостям. Поэтому позвоночник в норме – это здоровье, прежде всего, да, и хорошее настроение. Энергии много, хорошее настроение. Хорошо. Надеюсь, выровнялись и энергетизировались. Дайте обратную связь потом. Спасибо, у меня все. Пейте водичку.
принимаете душ, завтракаете осознанно. Вот, до встречи. Да, поднимите руки, кто. Спасибо.